школе-интернате программа коррекционной работы включает в себя несколько направлений. Во-первых, это коррекционно-развивающие курсы, такие как формирование коммуникативного поведения под руководством педагогов, психологов и учителей-логопедов, музыкально-ритмические занятия с педагогом по ритмике и музыке, социально-бытовая ориентировка с учителями начальных классов и классными руководителями. Во-вторых, обеспечивается коррекционная направленность общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности. В-третьих, организуется индивидуальная коррекционная работа, как педагогическая, так и психологическая, с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, для которых требуются индивидуальные коррекционные занятия на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий. В-четвертых, специалисты школы-интерната взаимодействуют с семьей обучающихся детей с расстройствами аутистического спектра. Все детки обучаются согласно Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования по разным вариантам, рекомендованным обучающимся психологам, медико-педагогическими комиссиями. Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате номер 16 в 2017 году создан класс с ресурсными зонами для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. На выделенные денежные средства на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы было приобретено оборудование для организации процесса обучения, развития, коррекции и реабилитации обучающихся. Интерактивное оборудование, Монтессори-кабинет, мобильный комплект аудиовизуальных и тактильных средств обучения, набор для повышения сенсорного восприятия, набор игрушек и игр для развития коммуникативных навыков для детей с особенностями.